Всем привет-привет! Сегодня у нас суббота, прекрасное солнечное утро, прям такое классное настроение, потому что эта неделя у нас была холодной. Вообще про погоду я молчу. Я не знаю, что в этом году творится с нашим летом. Жара там на пару дней и потом холода. Резко падает температура на 10 градусов. Ну да ладно. Сегодня очень солнечно, но ближе к полудню уже будет дождь. Поэтому я не хочу ехать в центр. Просто решила дойти до магазина ДМ, потому что мне нужно купить бытовую химию, которая у меня заканчивается. Что-то уже закончилось, например, ополаскиватель для белья. Мне нужно стирку делать. И также я на прошлой неделе, когда была в центре, увидела набор для ванной комнаты. Помните, я искала мыльницу и подставку. Ну, чтобы такой наборчик, да, был. Подставку для зубных щеток, зубных паст, сами знаете. И вот там серый набор классный был. Конечно, цена, ну, для ДМ дороговато, точнее получается, наверное, мыльница чуть дешевле, чем подставка, или наоборот было, не помню, что-то 5 и 8 евро что ли стоили, надо будет посмотреть. Надеюсь, эти наборы у нас здесь в магазине представлены, в нашем ДМ. Потому что когда на прошлой неделе я смотрела, серый оттенок оставался только один. Так как наборы были представлены в белом и в таком темно-сером оттенке, и как раз-таки вот этот вот темно-серый цвет подошел бы под интерьер ванной комнаты. Поэтому хочу купить его. Сегодня я макияж себе не делала, макияж глаз, я имею в виду, только консилер нанесла, кремовые румяна от Catrice, которые у меня в косметичке, и также нанесла помаду Libralin от Jeffree Star. Видите, на натуральном освещении эта помада не такая яркая, как при искусственном освещении. Еще, конечно же, нанесла солнцезащитный крем, потому что прям солнышко очень-очень светит. Не знаю, думаю, надеть солнечные очки или не надо. Все-таки солнечные очки надела. Девочки, прекрасная погода, чудесная. Свежий такой воздух, солнышко светит. Прям идеальное утро для шопинга. Посмотрите, какой Микки Маус там. Очень интересно оформлен дворик. Такая тишина, как будто еще все спят. Ну, в принципе, наверное, и да. 8 часов утра. Это я такая не спящая на выходных. Я уже в 6 встала сегодня с постели. Ну, в 6 проснулась. 5 минут повалялась, и уже все. Не могла больше уснуть. Вот. Мне даже немножко жарко стало в джинсовке. Хотя у меня маечка с коротким рукавом, но она вязаная, как будто бы получается. Вот ДМ, 7 минут, и я тут. Надо взять обязательно корзинку. Так, сначала я, наверное, куплю то, что мне нужно. Как раз таки у меня заканчивается для мытья посуды именно в машине. Такие вот таблетки. Я, наверное, попробую от Демкомит, потому что всегда сама покупала. Вот он, кстати, 8,95 стоит. В экшене большая упаковка стоит 8,95, да, или сколько там, я уже не помню, чуть больше 8 евро. Ну, попробую эту. Здесь 40 таблеток. Ой, хватит надолго, потому что я не всегда мою посуду в посудомоечной машине. Руками, конечно же, тоже. Так, мне нужен ополаскиватель. Доместос мне нужен. Вот он. Так. Доместос. В прошлый раз покупала вот такой вот. Это, наверное, классический. Приятный аромат. Думала их побольше на выбор. Ну, попробую такой сейчас. Так, таблетки. И ополаскиватель для белья. Вот они. Мой любимый, конечно, вот этот вот с орхидеей и ванилей. Да, орхидея и ваниль. А это лимитка какая-то появилась, походу. Ну-ка, может попробовать такое. Софтланд тоже хорошие ополаскиватели. Ленор, конечно, понасыщеннее пахнет. Но аромат от одежды идет понасыщеннее. Пробую я этот. Здесь этой мыльницы и подставки не продаются, потому что, как помню, там по отдельности они стояли. Но тут есть набор за 6,95. И вот думаю, наверное, взять вот такой вот черный. Серого нет. И цена хорошая, в принципе. Это пластик обычный. Там она как керамика, что ли, была.
такие вот еще есть. Тут продается вот такая вот ваза. Я же на прошлой неделе ее искала, но не купила. Но стоимость 12,95. Красивая. Такая обычная, в принципе. Вот эти мне вот штучки нравятся. Я не знаю, это для сахара, интересно. Смотрите, вот такой вот есть еще. Стоимость. Цены. А, 8,95. Вдаем, да. Дорогие такие приходят товары для дома. Вот это для хлеба, да, у нас? Хлебница. Варежки. Еще я хочу купить влажные салфетки, которые я вам показывала в прошлых покупках от Балея. Лимитки здесь. А, есть. Вот он. Очень приятный запах. И салфетки безумно понравились. Возьму сразу 4 штучки. Помните, у меня же есть хайлайтер жидкий от Revolution. Так вот, он настолько по текстуре жирный. Не то чтобы жирный, плотный. И обычными салфетками детскими у меня не получалось стирать руку, потому что этот хайлайтер нужно сначала на руке растопить, а потом наносить уже пальцем на лицо, да? Надеюсь, вы понимаете. И вот я пользуюсь этими салфетками влажными, но они как раз такие предназначены для макияжа. И вот прекрасно справляются. Так что возьму 4 штучки, потому что хорошая цена. Я думаю, что и эти классные 95 центов стоят. Класс. Еще я хочу купить краску для волос, но там 3 продавца стоят. Поэтому не могу вам показать. Сейчас пойду сама выберу. А потом, когда домой приеду, покажу, что я купила. От Santa Nature Cosmetics появились продукты. Витамин С. Гиалуроновая кислота. Это что у нас? Ретинол даже есть. Это биоолив, тоже гиалуроновая кислота, алоэ вера. В нашем ДМ продаются вот эти вот Slick Click от NYX. У меня вот в этом оттенке, видите, его разобрали уже. Еще сделала сводч на оттенок 03, но фильтр needed, тоже с блестяшками. Потому что они не все содержат в себе блестки, а мне именно вот с блестками почему-то привлекают. Смотрите, как сияет. Но здесь по полной цене не хочу покупать. Здесь что буду заказывать? Оттенок надо запомнить. Показала вроде, да? Но фильтр needed. Вот такие яркие лаки от Альверта появились. Желтый такой красивый. У многих уже есть этот хайлайтер Meta Glow. Я вот все думаю, нужен он мне, не нужен. Такой сиренево-розовый перелив будет. Стоимость 3,95 евро у этого хайлайтера. Это не знаю. Вот эти румяна в стике от Essence тоже они давно, да, появились? Ой, румян полно. А я все смотрю и смотрю на румяна. Так. От Essence больше ничего. Все старенькое. От BH Cosmetics тоже есть хайлайтеры. Вот этот мне нравится. Очень красивый. Тестер. Давайте сделаем сводч. Здесь еще в другом цвете. Вот такой вот перелив. Нежная такая текстура. Легкая. Только вот почему-то на камеру кажется, что он переливается в зеленый немножко. Хотя, возможно, и да. Я думала, в розовый почему-то будет казаться. Наверное, из-за упаковки. Так, а это что за палетка? Контурирующая палетка. Так, вот она. Румяна, 2 бронзера. Очень-очень светлые оттенки бронзеров. Не знаю, как камера передает. И хайлайтер один. Вот эти вот карандаши для губ очень красивые. Яркие такие. Новинок вроде больше нет. Эти палетки я уже давно видела. Вот такие вот румяна от Maybelline. Я как-то не обращала внимания. Стоимость 5,95 евро. Это такой какой-то нейтральный цвет. А это больше розовый. Из линейки Fit Me. Раньше
вот эта пудра, точнее, не конкретно, это была у них для сухой кожи пудры, линейка Fit Me, очень она мне нравилась. Не знаю, как эта пудра себя ведет на лице. Меня румяна привлекли, но мне же не нужны они. Полно их. 35-й Coral. Мне кажется, отличный оттенок бы был. А это 10-й Buff. Такой, знаете, коричневый и розовый, как будто бы таупово-розовый, наверное, 10-й. Сделала сводж на палетку. Лиз лимитированной коллекции для лица от Catrice. Потому что в прошлый раз я вам только палетку показывала, а своджа нет. Это все-таки палетка хайлайтеров. Меня даже привлекают вот эти вот хайлайтеры от Essence больше. Этот цвет понравился, более розовый, сочи. Вот этот вот цвета шампанского, а это розовый, не знаю, насколько видно. Более холодные и теплые оттенки. Еще сводж сделала вот на эти румяна, еле-еле просвочила. Я что-то как-то не помню, чтобы я видела эти румяна. Это мне кажется похоже а-ля на Nars Orgasm. Оттенок 40-й Strawberry Flush. Красивый, кажется, цвет. Очень-очень блестящие румяна. Много-много блесток, видите? Кстати, я вам показывала подводку коричневую от Essence. Вот они продаются. 2 евро 75 центов. Это черный, наверное, водостойкий. Это обычный черный. Я думаю, что это водостойкая формула. Или... Не написано. Ага, waterproof вот же. Внизу тут стоит. Лимитки гели для душа от Nivea появились. Такие красивые упаковки. Вот это, мне кажется, будет классно. Освежающе на лето. Евро 95 стоит. Надо взять. Смотрите, девочки, вот эти вот влажные салфетки, которые я покупаю от Dent Mint для того, чтобы протирать пыль и так далее. Какие разные лимитированные вышли салфетки. Надо брать евро 25, а еще есть вот в такой вот упаковке сразу. Мне кажется, удобно. Вот, не знаю, какую взять, розовенькую, лавандовую или зеленую. Чем пахнет, интересно, лавандовая? Вишенькой. Ванилька. Возьму вот эту вот одну. А еще здесь у нас яблоко, цветок апельсина и фруктовые ноты. А зеленая? Зеленая по отдельности не продается. Ну ладно. Возьму эту. Все-таки я не решила купить этот набор. Вот, вот эта линейка была белого цвета. Тут только представлена, получается, вот подставка для зубных щеток и пасты. Она вот уже керамическая, я так полагаю. Вот. А тут полностью пластик. И также мыльница была, тоже чем-то похожа вот на эту. Но не то, не знаю. И серого цвета было. Почему же я не купила тогда? Как раз... Одна штука оставалась, один набор серого цвета. Ну, значит, на следующей неделе, если поеду в центр, то тогда там куплю. И, не знаю, остались они в продаже или нет. Думаю, что разбирают, потому что реально 3,95. Вот эта вот подставка. Мыльница, мне кажется, дороже стоила. То ли 5,95, то ли 8,95, не помню. Неважно. Вот это меня тоже привлекает. 7 евро 95 центов. Но я думаю, что на Amazon, на eBay можно дешевле найти. Это подставка для украшений. Здесь стоит 7 евро 95 центов. Вот этот тюрбан от Эбелин мне нравится. Стоит 4 евро 95 центов. Очень мягкая такая ткань. У меня есть два тюрбана, но они не так хорошо прям сушат волосы. Это прям мягчайшее. Я думаю, вот эту розовенькую возьму. Точнее, это такой грязно-персиковый оттенок, розовый там есть. Вон. Это зеленый. Хочу вот этот.
Я пришла домой, и вот мои сегодняшние покупки из магазина ДМ. Сверху сложила все для дома, то, что я купила. Влажные салфетки, Доместос для унитаза, Ленор. Новый какой-то аромат, очень приятный показался. Посмотрим, как одежда будет пахнуть. И вместо Dank Meat я там ходила-ходила и увидела какую-то новую марку. Не знаю, насколько она новая или я не обращала внимания. Клару, какая-то натуральная, для посудомоечной машины. Вот такие вот таблетки. И здесь получается поменьше, 35 таблеток, а в Dank Meat было 40 таблеток. Но по цене также стоит 4 евро 95 центов. Я думаю, что 4 евро 95 центов и Dank Meat стоил. Попробую, посмотрим. И также увидела вот такую вот новую какую-то тоже марку натуральную. Вы знаете, что я люблю Эковер, стиральный порошок, но он дорогущий. И вот я увидела вот этот вот порошок. Марка называется Everdrop. Попробую, что за стиральный порошок. Посмотрим. Может, мне понравится больше, чем Эковер, например. На 19 стирок. Сколько, кстати, стоит стиральный порошок? Сейчас, секунду. 5 евро 95 центов. Так-то недешево получается, потому что я сначала хотела купить от Dank Meat. В принципе, хороший порошок, 3 евро 95 центов стоит. Ну ладно, попробую этот, посмотрим. Потом купила я вот эти вот влажные салфетки, которые отлично просто справляются со стойкой косметикой, как я вам привела пример, жидкий хайлайтер от Revolution. Потом купила я все-таки этот тюрбан, он стоит 4 евро 95 центов. Очень мягкий материал, решила взять. И краску я купила от Сьос. Пользовалась этой краской лет 15 тому назад, наверное, когда была помоложе. Решила взять. Стоимость этой краски, сейчас я вам скажу, 4 евро 75 центов. Купила вот эту лимитку от Нивея гель для душа. Такой свежий аромат. Апельсином пахнет. Таким, знаете, немножко как кожура апельсина, ну, естественно, в гелевой такой форме. И из более-менее интересного я взяла вот такие вот топовые покрытия от Essence с эффектами разными. Вот это вот просто глиттер разных размеров, как можете видеть. Очень понравилось, это прям разноцветные какие-то, прикольные. А вот это идет песочное топовое покрытие, матовое песочное топовое покрытие. Я сегодня, кстати, нанесу вот на этот лак. Посмотрим, какой эффект будет. Ну, я раньше пользовалась такими топовыми покрытиями. Точнее, даже не топовыми покрытиями, а продавались прямо в цвете такие лаки. То есть это не было топовым покрытием, а какой-то оттенок лака. Все, девочки, это мои сегодняшние покупки. На этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.